Эн камоха баэлим, ке Адонай, вен ке маасеха, малхутха, малхутха, али кола оламим, ма мишалтеха, бекол дор ведор. Адонай мелех, Адонай малах, Адонай млох леолам ваэд. Давайте споем. Адонай мелех, Адонай малах, Адонай млох леолам ваэд. Адонай мелех, Адонай малах, Адонай млох לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני מלוך לעולם ועד. אדוני עוז לעמו יתן, אדוני יברך את עמו בשלום. ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, קום אדוני ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. כי מציון תצא תואר תורה ודואר אדוני מירושלים. ברוך שנתן תורה לעמו ישראל בקדושתו. Давайте мы сейчас все вместе споем שמה. שמה ישראל אדוני אלוהינו אדוני. וישכון בתוכנו רב חסד ואמת והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר אמן ברוך את אדוני מבורך. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אדוני מבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Можете садиться. Сегодняшняя наша недельная глава называется Масаэй. И я хочу прочитать с 35 главы из книги «Числа». Я буду читать с 9 стиха. «Вейдабер Адунай эль Моше леэмор, дабер эль бне Исраэль, ваамарта элеем, ки этем уврим эта ярден, арца кнаан, ваикритим лахем арим, арей миклад». תהיינה לכם, ונס שם הרוצח, מכה נפש בשגגה. והיו לכם הערים למקלט מגואל, ולא ימות הרוצח עד עמדו לפני העדה למשפט. והערים אשר תתנו, שש ערי מקלט תהיינה לכם. את שלוש הערים תתנו מעבר לירדן, ואת שלוש הערים תתנו בארץ כנען, ערי מקלט. תהיינה לבני ישראל ולגר ולתושב בתוכם ותהיינה שש הערים האלה למקלט לנס שמה כל מכה נפש בשגגה ואם בכלי ברזל יכהו וימות רוצח זאת מת יומת הרוצח ואם באבן יד אשר יומת בה יכהו וימות רוצח ומות יומת הרוצח או בכלי עץ יד אשר יומת בו, הכהו ויומת הרוצח, ומות יומת הרוצח. גואל אדם וימות את הרוצח, בפגעו בו וימתהו,
ואם בשנאה ידפנהו, או אשליך עליו בצדיה ויומת, או באיביה הכהו בידו ויומת, מות יומת המכה הרוצח. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. Я хочу прочитать на русском эти стихи. То есть здесь мы читаем не с самого начала этой недельной главы, и речь здесь идет о городах-убежищах, которые Господь повелевает дать, чтобы они были в Израиле, туда мог убегать убийца. И я хочу даже прочитать с 9 стиха. «И говорил Господь Моше так, говори сынам Израиля, скажи им, когда перейдете через Иордан на землю Ханаан, то определите себе города, городами укрытия будут они вам, и бежать туда убийца, убившему человека, неумышленно. И будут вам города для укрытия от крови мстителя, и не умрет убийца прежде, чем предстанет пред общиной на суд. И города какие дадите, 6 городов для укрытия будут у вас». 3 города дайте по эту сторону Иордана, и 3 города дайте на земле Кнаан. Городами укрытия будут они. Для сынов Израиля, для пришельца и для поселенца среди вас будут 6 этих городов для укрытия, чтобы бежать туда всякому убившему человека неумышленно. Здесь идет перечисление, как кто кого может убить. И я хочу дальше прочитать с 22 стиха. «А если нечаянно без вражды толкнул его, или бросил в него какой-либо предмет без злого умысла, или каким-либо камнем, от какого умереть можно, не видя бросил в него, и тот умер, а он не враг ему и не желает ему зла, то судить будет община между ударившим и кровомстителем по этим законопорядкам, и спасет община убийцу из рук кровомстителя, и возвратит его община в город его укрытия, куда он бежал, чтобы оставался там до смерти первосвященника, который при нем был помазан священным елеем». А если выйдет убийца за пределы своего города укрытия, куда он бежал, и найдет его кровомститель за пределами города укрытия его, то может убить кровомститель убийцу, нет за него кровной вины. Ибо в городе укрытия своего оставаться должен он до смерти первосвященника. А после смерти первосвященника возвратится убийца на землю владения своего. И так далее. Я хочу еще один стих здесь прочитать. Это 33 стих. И не привнесите вину на землю, на которой вы, ибо кровь привносит вину на землю. А земле не будет искупления за кровь, на нее пролитую, разве только кровью пролившего ее». Итак, здесь есть стихи, которые говорят о городах, и человек совершил преступление. Он мог совершить это преступление намеренно, подстерег кого-то, что-то сделал, продумал, составил план и убил другого. Здесь написано, что за такое преступление ему сразу полагается смерть. Например, мы знаем, что сегодня в Израиле у нас такого нету. У нас нет смертного приговора. Могут посадить, дать, сказать, масар улям, то, что называется. Пожизненное как бы заключение. Бывает 2 пожизненных заключения, потому что пожизненное в Израиле это примерно 20 лет, если я не ошибаюсь, или 25. Но нету смертного приговора. Раньше такого человека убивали. Даже если он мог попросить прощения, ему это не помогало. То есть его имели право убить. И даже если он прибегал в этот город-убежище, и даже хватался там за жертвенник, сам даже священник должен был и все общество вывести его и убить за преступление, которое он совершил. Но здесь есть также по-другому, что если человек сделал это неумышленно, если он не намеревался, работал где-то в лесу, вылетел у него топор случайно, задел кого-то, и человек помер. Знаете, здесь Тора называет его также убийцей. То есть просто представьте, это мог быть ваш лучший друг. Где-то вы с ним поспорили, поругались немножко, может быть, толкнули его, он упал, ударился и умер. И на вас висит вина. Знаете, когда-то я еще, когда не был верующим, или только начинал быть верующим, как-то я работал в ночном клубе, и приехали одни ребята, друзья мои, они там проводили время, и с кем-то они там поспорили с одним парнем. И мой хороший друг, с которым я еще в России вместе вырос, они вышли на улицу разбираться, кто виноват, кто прав. И вот он ударил
тоже одного молодого парня, тот упал и ударился затылком об бордюр. То есть никто не знал, что он ударится. И вот я смотрю, он лежит, и вокруг него лужа крови. Просто растекается, он лежит, не шевелится. У меня чуть сердце не остановилось. Я, с одной стороны, там был охранник, но то есть все это происходило не в этом Муадоне, а рядом. Но вот он лежит, и я смотрю, он просто не шевелится. Я думал, все, умер. Я говорю, он мертвый, он живой. То есть просто это был шок, можно сказать. Ты сидишь, смотришь, лежит человек, вокруг него лужа крови, он не шевелится. И ты видишь, что он ударился затылком об бордюр, и логика начинает какие-то вещи работать. И ты говоришь, все, капец ему, труп. И уже начинаешь представлять, а что же дальше? А как же теперь? А что же вообще происходит? То есть это страшно. Никто об этом не думал, что так может произойти. Никто не собирался никого убивать. Но слава Богу, что он потом зашевелился и пришел в себя, встал и пошел дальше. Тогда сердце отошло. Но могло получиться и совсем по-другому. Я знаю, что очень много даже иногда дети в школе играют, кто-то кому-то подставил подножку, тот упал, встал и пошел дальше. Но он мог упасть и не встать. И вот здесь Тора называет такого человека, говорит, он все равно убийца. Хорошо, он сделал это неумышленно. И вот здесь первый урок на нас, то есть на человеке, который даже неумышленно что-то сделал, на нем висит вина. Про Бога сказано, что он судит даже помышления человеческие. То тем более, даже если мы что-то помышляем, на нас есть уже вот эта вина. Но написано, что Господь, он милостивый, и не просто так он дает эти города. Он говорит, туда такой человек может убежать и там быть, и там он будет находиться под защитой всей общины и будет находиться там до определенного времени. Но вот этот вот первый урок, есть все равно какая-то вина. И написано, что за смерть он должен, с одной стороны, заплатить смертью, то есть кровь должна пролиться. Мы прочитали вот эти последние стихи, что земля не может быть искуплена кровью, как только кровью пролившего его. Вот этот человек, он сделал что-то не намеренно, не специально, не желая зла, но он убил, он пролил кровь. И вот он находится в этом городе. И написано, что он там должен быть до определенного времени. Сколько времени он там должен сидеть? Сегодня человек, который совершил какое-то преступление, может быть даже неумышленно, ему выдают приговор, могут отпустить домой, могут сказать, 2 года ты будешь сидеть, а может 5. А здесь написано, будет он там до смерти первосвященника. Знаете, очень интересно. Представьте, что он пришел, и, кстати, здесь есть стих, он, который говорит, помазанного им, как бы, помазанного во время его. То есть, представьте, это был, может быть, молодой первосвященник, которому 30 лет, может быть, 40 лет. И вот он должен сидеть в этом городе и оставаться, пока тот не умрет. То есть, с одной стороны, естественно, есть желание, чтобы оттуда выйти, чтобы этот первосвященник как можно быстрее умер. Да, логично. То есть, чем быстрее тот умрет, тем быстрее выйдет. Но он там остается. И есть связь, очень большая связь. Я раньше даже об этом никогда не думал, пока вот копался немножко. Я увидел здесь одну интересную вещь, которую даже не знал, что существует Баядут в иудаизме. Мы видим, что кровь должна пролиться. И он остается там и освобождается только после того, как умирает первосвященник. Что здесь происходит? То есть он получает искупление, он получает освобождение благодаря смерти первосвященника. Еще раз, благодаря смерти первосвященника он искупляется от своих грехов. Из-за того, что первосвященник умирает, он как будто умирает вместо него. И вот, эта идея, что человек искупляет другого или даже других, она в иудаизме оказывается совсем не нова. И есть такое большое мнение. В недельной главе, которая называется Хукат, это 19 глава. Кто знает, что такое Хукат? Закон. Это глава так, недельная глава так и называется. Она говорит, «Везот хукат атора». Что такое хука? Закон. Что такое Тора? Знаете, это самые сильные стихи в Писании. То есть они говорят, вот закон всей Торы. Вот на чем основана вся Тора. И речь идет о рыжей телице, о красной телице. И все знают эту историю про рыжую телицу, что ее пеплом омывали, она очищала.
И после этой главы, сразу же, после вот этих вот слов про рыжую телицу, написано о смерти Мирьям. И Раши, он говорит интересную вещь, он задает вопрос и сам же на него отвечает. Он говорит, почему смерть Мирьям поставили рядом с этой недельной главой? То есть это все в одной недельной главе. Почему смерть Мирьям привязали к рыжей телице? И он отвечает на этот вопрос, он говорит, потому что как рыжая телица дает искупление, так смерть праведников дает искупление. И вот эта вот мысль, она очень интересная. И потом написано про смерть Аарона. И там такой же вопрос задается, почему смерть Аарона привязывается к одеждам, к священным одеждам священника. И им говорят, как священные одежды искупают человека, так и смерть праведников искупает человека. Но про рыжую телицу не написано, что она давала искупление. Написано, что она давала очищение. Давала очищение от чего? Кто помнит? Кто прикоснулся к мертвому, кто как-то загрязнился. То есть очищение оно давало. Но Раши говорит, она искупляла. Понятно, что про рыжую телицу есть много разных интерпретаций. Никто до конца не понимает, что это и как работает. Но интересно, что в иудаизме говорят, что рыжая телица, она искупляла также от греха, который был сделан Израилем во время, когда они построили тельца. Помните, золотого тельца? И вот эта вот рыжая телица, она искупляла не просто одного человека, оно было искуплением для всего народа. И смерть праведников, она являлась не для искупления одного человека, а для искупления всего народа. И искупление от тельца, которого было построено, оно даже было не то, что искуплением вот этим вот физическим, а оно пыталось искупить внутренность человека. Потому что на горе Синай, когда Бог давал свои заповеди, с Израилем что-то происходило внутри. Они вновь открывались, они вновь оживлялись, как это было когда-то с Адамом, когда он был чистый, непорочный и стоял перед Богом. Что-то в них происходило, но они не смогли это удержать. И он говорит, вот рыжая телица, она как раз должна была искуплять что-то внутри человека, чтобы обновить его и поставить его на новый уровень. И я сейчас хочу как раз вернуться. Написано, что этот убийца, он должен был быть там до смерти первосвященника, который помазан Илеем. И вот если мы смотрим на всю вот эту идею, что смерть праведников, оно могло давать искупление, давать какое-то изменение внутри человека, не одного, а всего народа, то здесь то же самое с этим вот первосвященником, который мог искуплять за определенное преступление. И он был помазан Илеем. Первосвященник, он был из рода Ааронова, из колена Левия. Мы знаем, что про Машиаха он был царь, который из рода Давида, из колена Иуды. И есть очень интересное место, оно написано в Захарии, в 6 главе, по-моему, 11-12 стих или 12-13. Там написано такие слова. Он говорит, вот муж, имя его Отрасль, и он воссядет на престоле и будет править, и будет первосвященником на престоле своем. То есть он будет и царем, и первосвященником. Написано, будет мир между одним и другим. То есть это речь идет о Мессии, что он не просто царь, но он еще и первосвященник, который помазанный. И вот здесь вот эта вот идея. Мы знаем, что Иешуа, наш Мессия, Он сделал для нас. Он сделал не только для определенного человека, Он сделал для всего человечества. И когда-то первосвященник Каифа, он сказал такую вещь, лучше одному человеку умереть за весь народ. То есть вот эта вот идея, она совсем не нова в иудаизме. Хотя почему-то об этом никто так открыто не говорит. И с другой стороны, всегда, когда ты говоришь о Иешуа, что Он сделал для всего человечества, почему-то это не принимается. Очень странно. С одной стороны, верят в это, что смерть праведника могла искупить и искупала, и делала что-то на внутреннем уровне. А смерть такого праведника, как Иешуа, такого праведника, как сам Машиах, который был послан, для каждого из нас, оно делало намного больше, чем простой человек, который был верный Богу. И мы знаем, что Мессия,
и все прообразы Машиаха, которые мы видели даже в Моше, это вот эта вот готовность отдать себя за других. То есть Моше не раз такое было, когда он говорил Господу: лучше меня истреби, но их оставь. Вот это вот жертвоприношение себя, оно играет большую роль. И благодаря верности Иешуа, за то, что он был верный во всем, за то, что он был помазанный на то, что он сделал, оно дает изменения нашей внутренней природе. Оно помогает нам восстановить отношения с Богом, которые когда-то были утеряны в Адаме. И если простой праведник, еще раз, мог делать что-то и искупать людей, искупать народ, то тем более Машиах, который помазан и пришел, чтобы искупить каждого из нас в отдельности, а также весь народ, не только Израилева, но каждого другого человека и каждое другое племя, язык и народ, которые придут и прилепятся и будут вместе поклоняться Богу. В нем есть эта вот огромная сила, которая дает изменения. И еще одна маленькая вещь, то, что я говорил, что про Аарона, когда написано, есть очень там такая мысль важная. Написано, что не просто так смерть Аарона произошла. И вы помните, что когда Израиль был в пустыне, все время облако покрывало их, оно ходило с ними. И это была Божья защита. И говорят мудрецы, что когда Аарон умер, вот эти вот аноним, которые покрывали, вот эти вот небеса, они отступили от Израиля потом, вместе со смертью Моше. И такую интерпретацию Раши дает. Он говорит, что Израиль, с одной стороны, вот умирает праведник, и должно получиться какое-то искупление, но оно не всегда приходит, если человек не возвращается к Богу, если он не просит прощения. Он говорит, то эта смерть праведника остается напрасной. Подумайте вот эту вот картину, это то же самое, что явно видно в Иешуа. Написано, что кто попирает Иешуа, кто намеренно продолжает грешить, не остается никакой жертвы, которая бы могла тебя искупить. То есть если человек не намеренно не приходит перед Богом, не просит прощения, принимая вот эту вот смерть, которая совершилась за него, вот это вот искупление, то эта смерть и это искупление, они просто не работают. Я знаю, это большая тема, и можно об этом много говорить, и может быть как-то мы еще развернем вот эту вот тему. Но еще раз, просто очень важно, что когда человек приходит к Богу, чтобы было открыто сердце, чтобы он мог действительно покаяться и понять, где он находится, и принять вот эту вот искупительную жертву, драгоценную, которую Бог сам посылает, ради того, чтобы возвратить те отношения, которые были когда-то в Эдемском саду. Если мы этого не делаем, то эта жертва, она остается напрасной. Я хочу помолиться. Господь, мы благодарим Тебя, Боже, за Иешуа, нашего Мессию. Мы знаем, что было много праведников, и на праведниках держится мир, и иногда на праведниках держится то, что Ты не посылаешь свой гнев на народ. А иногда через их смерть происходило искупление многих, Господь. Но мы знаем, что Иешуа сделал для нас намного больше. И в нем мы имеем силу, которая возвращает и восстанавливает те отношения, которые были в Эдемском саду между Адамом и Тобой. Мы, Боже, просим, чтобы Ты открыл наши сердца вразуметь это и понять, и принять эту драгоценную жертву, этот драгоценный подарок, который Ты даешь нам. Я прошу, чтобы Ты сделал наши сердца открытыми к Тебе, Господь, вразумил нас и помог понять, насколько мы грешны, и что мы нуждаемся в этом искуплении, Господь. Потому что только через смерть и воскресение Иешуа мы имеем восстановление и мы имеем искупление. И только тогда мы выходим на свободу, как выходил этот убийца, который сидел в городе убежище. Боже, мы покрыты Твоей драгоценной кровью, кровью Иешуа, и мы благодарим Тебя за то, что Ты сделал. Тебе слава и хвала во имя Иешуа. Аминь. Дима, я хочу сказать, супер толкование, БМФ. Если те, кто понимает Писание и следит, заметили одну интересную мысль,
которую я слышал мельками там и здесь, и ты очень здорово подметил. Представляете, в городах-убежищах были десятки, может быть, сотни убийц. И они ожидали с нетерпением, ну когда же помрет первосвященник, чтобы его смерть искупила их. Первосвященник был особенным человеком, праведным, но в послании к евреям написано, все-таки все первосвященники имели свои немощи. И всякий раз, когда они приходили в храм, им нужно было самим за себя жертву приносить. И там написано, а мы имеем не такого первосвященника. Слушайте, какая крутая идея. И он своей смертью искупил мир. Вы знаете, я, наверное, годик назад слышал, как один раввин толкует ту же самую Парашат Шавуа. И он говорит, вы видите, что может делать смерть праведника? И он сказал, а что может сделать смерть суперправедника? И потом, ой, я надеюсь, вы не истолковали это неверно. То есть в зале сразу же стали говорить про Ешу Минацерет. Я помню, это было в видеоролике. Это та же самая тема. Только подумайте, кого мы имеем. И что мы держим в своих руках. Давайте мы все встанем и уберем свитки. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד משה. אמן. Отличное толкование. Ты должен с этого сделать небольшой семинарчик. Очень иногда непросто вот так вот Тору одевать. Поэтому я прошу, что когда мы это делаем, я всегда в конце собрания забываю это сказать, чтобы когда вот происходит вот это вот, здесь было 2-3 человека, чтобы нам было легче оперировать со свитками Торы, чтобы это шло быстро. Давайте вместе пропоем «Эц Хаим». «Эц Хаим ги лема хазикин ба». ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום השירנו Можно присесть сейчас.